Всем салют, студия 188 сегодня снимает очередное видео, и это его бэкстейдж. Сейчас очень круто по блогерски, да? Сейчас меня отправили за очень важным предметом, без которого мы не можем начать съемки. Привет, малыха, как дела? Спасибо. Это фен. Алиса, зачем нам фен, ты знаешь? Вообще без понятия. Но тебя это не беспокоит? Нет. Ну какую-то муку там будете там все делать. Ну ты привыкла, да, что мы этой херней страдаем? Ну все, пока. Давай, я позвоню. На самом деле мне похуй, главное фен. И как вы думаете, в какую квартиру я буду звонить? Ну ладно, все, давайте снимай. Живодеры рыбу поймали, задушили, повесили. Сейчас мы будем делать костюм Джека Воробья. Обычно мы продумываем, как он выглядит, ну, обсуждая предварительно. Но начинаем делать, естественно, уже на месте съемок, и часто задумка и то, что получается, отличается. Вот, в общем, пока мы думаем, что его борода – это будут две колбаски охотничьи, такие для пива. Это будет подушка, это парик, ну, сережками там сделаем из конфет, огурцов и так далее. Ну, и, собственно, одет он будет просто в одежду. Посмотрим, что получится! Кстати, я Джек Воробей, по-моему, я очень похож. Похож. Ох, Джек да Воробей. Ох, Воробей да Джек. Веселый. Вон он. Вон он! Короче, потеряли парик, и я его нашел. Вот. Ну-ка. Это очень самый будет крутой момент нашего влога. На один парик. На самом деле, вот эта проблема. Мы часто не можем найти, где лежит тот или иной реквизит, потому что он везде лежит. Вот все это, возможно, потенциальный реквизит. Короче, самое сложное – это найти ножницы. Вот когда они нужны, они вообще постоянно. Да, можно посчитать, сколько раз где ножницы скажут. Да, кстати. Где ножницы? Раз! Если вы думаете, что это подушка, вы ошибаетесь. Ведь это шляпа Джека Воробья. Джек! Капитан Джек Воробей. Ну, короче, теперь новая проблема. Просто держать ее на голове, ну, в принципе, возможно, но она будет падать. Можно закрепиться. Слушай, Жека, а может не крепить? Можно. Можно не крепить. Шляпа Джека Воробья готова. И сколько нам потребовалось это сделать? 35 секунд. Найти шляпу и положить ее на голову. Да. Ох, вот это запах в мою сторону. Еще раз. Ты посмотрел, насколько там приближается? Ох. Если вот так со стороны смотреть на то, что, ну, творится, обычно здесь кажется, что собрались вообще долбоебы. Уважаемые подписчики, а когда вы в последний раз дули феном на корюшку, задумайтесь. Не хватает только фена. Дживанчи. Я обрезаю нитку и завязываю два ее конца, чтобы она стала единой нитью. Ох, вот это интересно. Вы можете спросить, зачем же я делаю все эти... А зачем? Вот, кто-то спросил, а я отвечу. Дело в том, что мы делаем бороду Джека Воробья. Опа, вот это да. И алёп. И вот сейчас мы привяжем их за уши. Вот, двойник это, гитариста System of a Down. Вот, нашли вторые ножницы. Ну, а не один хуй, да? Ты сможешь графику сделать, что типа двое ножниц в углу появится? Это будет сложно, поэтому я просто... Ну, просто графика, это очень сложно. А что, ты что-то делаешь, Жек? Ты же монтажер. Я графику все делаю. А. Ну, поэтому у нас ее нет. Раньше делал я, но у меня тоже не получилось.
по вот, смотри, верхней полке этого стеллажа кажется, что у ребят проблемы с пищеварением. У меня действительно проблемы с пищеварением. Да, вот так лежит, чтобы вот на таком натянутости. На такой степени натянутости нити. Степень натянутости. Ну вот, блядь. Вот с такими сложностями, как бы, мы. Кто мог предвидеть, да, что колбаса на бороде не будет завязываться на том уровне, на котором нам нужно? Так получается, что, в принципе, у нас есть ходовые товары, которые часто используются в наших роликах. Например, я думаю, вы могли, если просмотреть все наши ролики, может, и выписывать все, что там бывает, то на первых местах будут такие актеры, как баклажан, он часто используется, огурцы, огурцы. У нас даже есть подписчик. Возможно, вот здесь сейчас выйдет его ник. О, вылез, по сути. Вот он. Который очень любит огурцы. Ну, он любит, когда они появляются у нас в роликах. Он нам прям часто писал, что, блядь, пацаны, давайте еще огурцов, огурцов побольше, огурцы типа лучше. Весьма. Очень гордо. Как вы видите, мистера голливудской улыбки сегодня нет. Вот здесь сейчас выйдет его фотка. Ну там на усмотрение монтажера. Смотри, посмотри, поговоришь с ним? Да, если мы договоримся. Просто Жека и есть наш монтажер. Но он думает, что это два разных человека. Ну да. Ну, странно. Fucking hot. Кто не устарел? Танго. Вот это танго! Просто. Ну, кстати, слушай, так она даже офигенно выглядит. Кстати, я хотел сказать, что вот я в прошлом выпуске говорил, что мы почти все из Хабаровска. Да, мы почти все из Хабаровска, но мы не проживаем сейчас в Хабаровске. На самом деле мы в Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес. Давай докажем. Посмотрите за окно. Привет, Беларусь. Да, вот он из города. О, привет, американцы, Лос-Анджелес. Типичный Лос-Анджелес. Hello. Сейчас поедем кататься на серфах. Ну вот. Море, море. Вот и вам и море. Я сейчас думаю еще помыть там свои ноги, чтобы оно солененьким стало. Нет, это нормально. Если мы наших подписчиков попросим скинуться пахи на зубы, они скинутся? Они скинутся. Сколько вы готовы, в комментариях, сколько вы готовы пожертвовать, чтобы Пака сделал себе нормальные зубы? Так, потому... мысль, да, что потеряется наш главный этот... Так, а мы тебе будем играть всех этих драконов. Уродов кто будет? Ну, ты подходишь. Не вижу его, правильно, камера. Не, Паху никто не переплюнет. Паша самый наш настоящий. Не, ну переплюнет тот, кто сильнее привод. Ну, Жек, это так же хорошо с морем было. Ну, что ты... Тестим шляпу с висюльками. Дубль первый. Ну нет, шляпу-то сделать получше, типа. Ну, блин. Она чуть-чуть не так. Она чуть-чуть, да. Ну. А, парик нужен. Да, еще будет парик, естественно. Ну вот. Капитан Джек Воробей! Что это было? Понятно, что это непонятно будет. По-моему, один в один. Он же вот так делает? Так, тебе нужно торбо либо вот так сделать, чтобы ты ниже стал, либо присесть. Я выбираю первый вариант. Ну что, надо попробовать, чтобы ветер. Давай, включаем ветер. Сильнее ветер. Борода! Я чуть-чуть бы подтянуть, сука. Я могу вот так челюсть вперед чуть-чуть выдвинуть, типа. Да давай, здоровый чувак. А что, до этого плохой кадр был или челю? Он берет борода. Ну давай борода. Отвечаю, посмотрите фильм. Он во второй части орет борода. Ну а сейчас я забыл качаться. Ну, потому что... А по твоему телу видно, что ты забыл качаться. 9 очков. Мексика на пузике.
Мискузи. Мискузи, мискузи. О-о. Мискузи. Мискузи. Тики-тики-там, тики-такина. Ох, борода коричневая. Как в жизни. Это было очень умным решением. Сначала покрасить бороду, а потом начать мыть башку. Че, как борода? О, посвежее стало. Нормально, только полотенце все в бороде теперь. Кстати, наш влог начали снимать не на GoPro, а на iPhone. А GoPro-то? Не настоящий. Не почистили? Да. Женя не подготовился и не почистил GoPro, и там заполнена память. Потому что он тупой старый дебил. Чё за Женя? Не, она до сих пор 3:15, я собираюсь на свидание. Чё ты говном обмазался? Он же на свидание идет. А, точно. Ты видел мою бабу? Я похож на мэра Орши. Не, ты че, у мэра Орши белые маски вообще, там приезжает человек. Не, у него эти сланцы еще. А, ты скажи, что за Орши, это город в Беларуси, откуда родом? Город в Беларуси, в Витебской области. Это самый замечательный город на земле. Я оттуда родом. Я там прожил 17 лет. Видите, мэром стал. Мэром стал. Ну, мог выгнать, я думаю. Так, ну вы посмотрели кадры, да? Так, что, я стою? Ты просто стоишь. Отличная жилетка. Бак, да? Держишь на уровне плеча. Раз в год и колбасень стреляет. На уровне плеча. Да, я знаю, чья. Прям, ну, так, короче. Не прям за это. Не, нет, ты можешь... Ну, чуть-чуть повыше ее возьми. Да иди в жопу, блядь. Да, вот так. Давай. Так, давайте вы правее стоите, вылезаете. Правее в политическом смысле? Так? Карл. Давай. Ага. Кстати, друзья, мы выставляем от имени студии 188 бурятский оберег над кроватью. Этот оберег оберегает от проклятий. Оберег оберегает? Оберег оберегает от проклятий, от оговоров. И свежего запаха. От, да? порчи, да, и оберегает от свежего запаха, да. Еще он оберегает... Свежий запах. Оберегает от чего? Ну, от преступников, естественно. То есть, если к вам в дом вдруг забрался преступник, а у вас над кроватью висит бурятский амулет от студии 188, как бы у нас договоренности с преступниками, они уходят. Они говорят, о, все, нет, мы уходим. Часть. Ребята, а можно вас один оберег заказать? Да, да, бурятский оберег от студии 188. Да, возьмите. Ни один преступник не будет дома. Все, я распугался. Убежал. Ах, свежие дреды. Что, это вот новый образ Джека Воробья. Часто в фильмах у героев несколько образов за фильм. И это вот один из следующих образов Джека Воробья. Тихо, все. Не болтай, ерунды. Все, ух ты, елки. Но если бы ты увидел меня на улице в таком образе, ты бы что сказал? Это Джек Воробей. Из «Пираты Карибского моря 3», когда его аборигены похитили. Да, это он. Вот главное. Здравствуйте. Главный актер этой сцены. Мы ведем свой репортаж со съемок студии 188. Поехали! Ребята, меньше говоришь, что это отклеится. У меня другую съемку нога моя нужна. Должна быть, да, вот так? Как самочувствие? Отлично, вообще. Тебе нравится сниматься, да? А можешь массаж ног делать одновременно еще? Ой, отлично! Палец ближе к рту. Ну, типа, выше. Может, нет? Да. Да. Ну, нормальные ногти, да, более-менее сегодня? Ну, актерские. Да, да, да. Есть выражение «киноногти». Полево! Полево! Камига синтюга! Подожди,
Don't keep it fit together. On a piece. Ну ты, блядь, нервничаешь, ты ещё отваливается, Коля. О, голос прекрасный. Тяжелая работа, пиздец. О, я коко джамбо, Ребята, вот мы в начале ролика были бодры, но скоро мы станем унылые и грустные, потому что мы начнем уставать. Мягко говоря, заебываться. Это грубо говоря, мягко говоря, мы задолбаемся. Ну вот мне больше нравится грубо говоря. Грубо? Что я уже вот